Okay, so session three. I think it might be good at this point, having spoken about the basic Buddha nature factors and the mental factors that in one way can help us to broaden our idea of mental factors. Having done that, now perhaps we can ask some, if you have some questions, we can take them. Здесь, поскольку мы как раз изучили факторы природы Будды и потом расширили наше понимание, рассмотрев ментальные факторы, сейчас, возможно, хорошее время для вопросов. But first I'd like to answer a question that was asked during the break, which is a very good question. Сначала я хотел бы ответить на вопрос, который задали во время перерыва, очень хороший вопрос. It was asked if a Buddha has these ever-functioning mental factors, then does a Buddha only have pleasant contacting awareness? Если у Будды у Будды среди постоянно присутствующих умственных факторов есть соприкасающееся осознавание, которое все время приятно, так ли это? And the answer is yes. И ответ да. But we need to understand that. Но важно понимать это правильно. When a Buddha sees or knows of someone who is suffering very badly, it isn't that a Buddha is, oh, I'm so happy, and you know, sees it joyfully. I'm sorry. Если Будда видит человека, который очень сильно страдает, то это не значит, что он воспринимает это радостно, раз у него есть это счастливое, радостное, приятное, соприкасающееся осознавание. It's not nice for a Buddha to see that. I mean, a Buddha doesn't find it nice to see others suffering. Будде не кажется, что это хорошо, что этот человек страдает. But again, we have to go back to what I explained is the actual meaning of this word that I've been translating as pleasant. И опять же, нам важно вернуться к смыслу исходного слова, которое я перевожу как приятное. It comes to the mind, meaning it comes easily and comfortably to the mind. Означает, что оно легко входит в наш ум, нам удобно с этим. When many of us see people who are intensely suffering, like someone who is bleeding on the street from an accident, or an old senile person with Alzheimer's disease. Если мы, например, видим человека, который очень сильно страдает, например, того, кто попал в аварию и истекает кровью, или человека, который болеет болезнью Альцгеймера. That doesn't come easily and nicely to our minds. We don't want to deal with it. We want to shut it out and run away. Нам в ум это восприятие этого человека не попадает легко, без усилий. Нам хочется отгородиться, убежать от этого. It's too difficult to deal with. Нам слишком сложно с этим. Whereas for a Buddha, when he sees someone like this, it comes easily to the mind in the sense that, yes, he wants to be involved and want to help. It's not that he feels delighted and happy. So you see, there's a difference here. В то время как в ум Будды это восприятие входит легко, он готов в этой ситуации что-то сделать, и он будет помогать этому человеку, но это не значит, что он счастлив от того, что этому человеку плохо. То есть здесь есть такая разница. In general, the Buddha is happy all the time, but he's not happy that you're suffering, if you can make that difference in Russian. Если в целом, то Будда счастлив все время, но это не значит, что он счастлив по поводу страданий других, если можно сказать это в русском. Okay. So, what questions do you have? А какие у вас есть вопросы? You'll have to repeat при этом йога, она традиционно относится, насколько я понимаю, к
и насколько место буддистов является стратегическим фактором, в частности, хатха-йоги? Для того, чтобы обрести лучшее здоровье и гармонию в теле, правильно, да? Ну, да. Многие люди занимаются сейчас хатха-йогой. Хатха-йога... No, first in Russian, so the recording. Русский. Для того, чтобы обрести более здоровое тело и также гармонию, многие люди занимаются хатха-йогой и другими видами йоги, но эти практики, они относятся к индуизму. Насколько уместно для того, кто практикует буддизм, заниматься этими практиками? Now many people, in order to achieve a healthy body or in order to achieve harmony, are doing yoga exercise, hatha yoga, different yogas. And as far as I know, these traditions are from Hinduism. And for a person who is practicing Buddhism, is it appropriate to practice this? If we speak, you know, specifically about hatha yoga with its various asanas, its postures, and so on, we find something similar to that as well in some minor traditions of Tibetan Buddhism. It's not mainstream, but there are things like that. Если говорить именно о хатха-йоге и о различных упражнениях, которые мы делаем с физическим телом, асаны и так далее, то в буддизме есть некоторые традиции, где также этим занимаются. Это не основное течение в тибетском буддизме, но такие традиции есть. But it's not found in most of the Tibetan traditions. Их нет в большинстве тибетских традиций. But you have to realize that there are many, many things which are shared in common between Buddhism and Hinduism. But we can call pan-Indic things, you know, things that you find in all, in almost all Indian systems of philosophy and religion. Важно понимать, что есть много общего у буддизма и индуизма, то есть есть, можно сказать, пан-индийские черты, которые характерны для всех индийских религий. So, things like all the methods for achieving concentration, to achieve shamatha, still the settled state of mind. You find that in both Hindu and Buddhist systems. Nothing especially Buddhist about that. Например, если говорить о методах для развития сосредоточенного ума, шамадхи, то есть спокойного и устойчивого состояния ума, то методы есть и в индуизме, и в буддизме. Нельзя сказать, что в буддизме было что-то особенное. Even methods for achieving vipassana, exceptionally perceptive state of mind, we find that in Hinduism and Buddhism. It's not specifically Buddhist. И даже випассана, исключительно восприимчивое состояние ума, мы можем найти методы ее развития и в индуизме, и в буддизме. В буддизме нет, опять же, ничего исключительного. So, and there are many other examples. I don't have to list more, I think. И есть другие примеры, я не буду перечислять их все. So, what makes these practices a Buddhist one? Or a Hindu one would be, first of all, the motivation. И от чего зависит, будет ли та или иная практика буддийской или индуистской, зависит в первую очередь от мотивации. And motivation has a very specific meaning in Buddhism. В буддизме слово мотивация имеет особенное значение. Remember, we discussed it in mental factors. Мы обсуждали это, когда говорили об умственных факторах. Motivation has an aim or a goal, so there's an intention to achieve a goal. В мотивации есть цель, то есть у нас есть намерение достичь цели. And then there is some sort of what we would call an emotion, which can either be a constructive one or a destructive one, which is moving us to achieve that goal. И есть эмоции, созидательные или разрушительные, которые движут нас по направлению к этой цели. So, Buddhist practices are aiming at liberation or enlightenment. Цель буддийских практик – освобождение и просветление. Now, and also you can say for improving rebirths. И также можем добавить и более благоприятное перерождение. Now,
Other religions also have practices for improving future lives, being born in heaven, for example. В других религиях также есть устремление к более благоприятным следующим жизням, например, к тому, чтобы переродиться в раю. And Hinduism certainly aims at achieving what they call liberation, moksha. И в индуизме также устремляются к тому, что называют просветлением, мокшей. But what they consider liberation, Buddhism would not consider liberation. So, you know, the liberation that Buddhism is aiming for is a different type of liberation, not the same. Но то, что в индуизме называют освобождением, не будет освобождением с точки зрения буддизма. То есть, хотя мы называем это одним и тем же словом освобождение, на самом деле это разные цели. Right? When we talk about liberation from samsara, they use these terms, you know, uncontrollably recurring rebirth. Remember, Buddha, what was special about Buddha, he identified what the true suffering, what the true problem is for this, in this samsaric rebirth, and what the true cause of it was, and he indicated what a true stopping of it would be, what liberation would be, different from what the others, Indian philosophies said. That was what was unique about Buddha. И мы везде обнаружим освобождение от перерождений в сансаре, но что же особенного в учениях Будды? Он сказал, что у нас есть подлинное страдание, истинное страдание, и у этого страдания есть истинные причины, и есть их истинное прекращение, и он указал путь, истинный путь к этому прекращению. И это учение Будды, оно отличается от других учений. So concentration, exceptionally, you know, state of perceptive state of mind, shamatha, vipassana, all of these are tools that can bring you to many different goals. Итак, сосредоточение, исключительно восприимчивое состояние ума, то есть шамадха и випассана, все это инструменты, которые ведут нас к достижению целей. And part of reaching the goals, which all the Indian systems say, is to overcome ignorance or unawareness about reality. И одна из частей, когда мы достигаем эту цель, мы в том числе избавляемся от неведения или неосознавания реальности, и об этом также говорят все индийские системы. But Buddha identified the true cause of samsara, which was the specific type of unawareness or ignorance or confusion that really is the deepest. That's unique. Но когда Будда говорил о неведении или заблуждении или неосознавании, о том, что это основная причина сансары, он указал на самую глубокую причину. Когда он говорил об этом неосознавании, он объяснил это более глубоким образом, и именно это является особенным для буддизма. So, the other systems also taught, well, you have to develop wisdom, understanding, to be able to overcome this confusion or ignorance. But the understanding that they taught, from a Buddhist point of view, was not correct. Да, другие системы также учат тому, как преодолеть это неосознавание, но с буддийской точки зрения их методы неправильны. Like, for instance, we are all one with Brahma. From Buddhist point of view, that's not correct. We have our individuality. Например, утверждение, что все едины с Брахмой, с буддийской точки зрения это неверно, потому что все мы индивидуальны. And what also is unique in Buddhism is the goal of enlightenment. Become a Buddha. Что еще отличает буддизм? То, что в буддизме целью является просветление, то есть достижение состояния Будды. So we can use shamatha, vipassana to attain enlightenment with the correct understanding. И мы можем использовать шамадху и випассану или випассану с правильным пониманием для того, чтобы достичь этого правильного понимания. And the motivation, the emotion that's behind here. With that goal is love and compassion and bodhicitta to achieve that goal so that we can best help others. И мотивация, то есть те эмоции, которые стоят за нашим движением к этой цели, будет любовь, сострадание и бодхичитта, то есть желание достичь просветления для того, чтобы наилучшим образом помогать другим. So other traditions have love and compassion. It's not unique to Buddhism. В других традициях также есть любовь и сострадание, здесь буддизм не отличается. But what's unique is taking this exceptional resolve that I am going to bring happiness and relieve suffering for all beings, lead them to liberation and enlightenment,
And the best way to do that, the only way to do that, is if I become a Buddha. So bodhicitta, this is unique. Но что уникально для буддизма, это исключительная решимость, когда мы говорим, да, я помогу другим живым существам достичь этого просветления и избавиться от всех страданий, а единственный способ, как я могу это сделать наилучшим образом, если я сам стану Буддой. So, we have these tools, shamatha, vipassana. You can use it for achieving a spiritual goal from Hinduism. You can use it for achieving the spiritual goals of Buddhism. You can use them for achieving worldly goals, you know, to be a better university professor. Итак, у нас есть or to be a better dictator. Итак, у нас есть инструменты шамадха и випассана, и мы можем использовать их для того, чтобы достичь буддийской цели, мы можем использовать их для того, чтобы достичь индуистской цели, или можем использовать для того, чтобы достичь какой-то мирской цели, например, стать хорошим институтским профессором или, например, диктатором. So, хатха-йога, or martial arts for that matter, any of the martial arts would be in the same category of shamatha and vipassana. It's a tool that could be used for, you know, as we have these changeable mental factors, it could be used for something constructive, something destructive. And constructive, it could be in a Hindu thing or a Buddhist thing. Or a worldly thing. Таким образом, хатха-йогу или боевое искусство можем отнести к той же категории, что и шамадху и випассану. Это инструменты, а как мы будем их применять? Будем ли применять их для достижения положительных целей или отрицательных целей, подобно вот этим вот изменяющимся умственным факторам, которые можно использовать так или так, это уже зависит от нас. То есть мы можем использовать эти инструменты для достижения индуистской цели в положительном ключе, или буддийской цели в положительном ключе, или мирской цели. Right, you can use it just as a sport, for better health, worldly purpose. Можно использовать эти упражнения просто как спорт, для того, чтобы улучшить свое здоровье, это будет мирская цель. Which is constructive, fine, и это but not spiritual. Это созидательно, конструктивно, хорошо, но в этом нет ничего духовного. Or you can use it to be a better soldier, so you can kill people better. Можно использовать это для того, чтобы стать хорошим солдатом и убивать людей лучше, и это будет разрушительная цель. So, most of these yogas are in that category. Большинство этих йогических упражнений в этой категории. Tool that is like a changeable factor. It could be used for many different purposes. Это инструмент, подобный изменяющимся умственным факторам, которые могут использоваться для разных целей. But we have to be clear when we use these things. Are we using it for a, you know, as part of a non-Buddhist spiritual path? Are we using it for a worldly purpose, or are we using it for a Buddhist spiritual path? And that has to do with the goal and the emotion that's behind it. И нам важно знать, для чего мы их используем. Используем ли мы их для достижения буддийской цели, цели какой-то другой традиции, или для мирской цели? И от этого будет зависеть, к чему мы будем стремиться и какие эмоции будут у нас в качестве мотивации. Хатха-йога by itself is neutral. Сама хатха-йога по себе, она нейтральна. Now, there are some yogas that are involved with working with the subtle energy systems of the body, the chakras, the channels, the winds, etc. This is slightly different. А далее, есть некоторые разновидности йоги, где работают с тонкими энергиями тела, чакрами, ветрами и так далее. It's also a tool. We find it in many systems, not only Buddhist, but Hindu systems as well. И здесь немного по-другому. Они не только буддийские. Опять же, мы можем найти их и в индуистских системах. But here the problem is that it can be very dangerous. Но проблема здесь в том, что они могут быть весьма опасны. It can be used like shamatha or vipassana or hatha yoga. For constructive purposes, for destructive purposes. Как и шамадха, випассана, хатха-йога, их можно использовать для созидательных или для разрушительных целей. And within constructive for a Hindu goal or a Buddhist goal. И если говорить о созидательных целях, то это могут быть буддийские цели или индуистские цели. It could be used for some worldly purpose, just as a sport, for fun. Или для достижения мирской цели, как спорт, просто для того, чтобы получить удовольствие. Or it could be used for gaining special powers so that you can hurt other people. Black magic type of stuff.
их можно использовать для обретения различных сверхъестественных сил, для того, чтобы потом вредить людям, ну, например, черная магия. But the problem with working with the energy systems is that if you don't do it correctly, and you don't have a fully qualified teacher, and you don't follow the teacher properly, you can really, really damage the energies in your body and get very, very sick. Но проблема в том, что если не выполнять эти практики правильно, или если у нас нет учителя, который руководит нашей практикой, или если мы следуем советам учителя неправильно, то можно очень легко добиться, очень легко получить дисбаланс энергии и серьезно заболеть. So, you get completely out of balance, your mind isn't able to concentrate on anything, you feel great tension. У нас все будет выходить из равновесия, ум не будет способен к сосредоточению, и мы будем в теле чувствовать напряжение. You're very spaced out, your head in the cloud, you can't really focus on anything. Мы станем очень рассеянными, будем витать в облаках, ни на чем не можем сосредоточиться. And you can get very severe pains in the chest area, in the back area. A lot of physical problems that you can get by working with this, these energies in a in an improper way. У нас могут появляться боли в грудном отделе, могут в спине, и другие различные заболевания из-за того, что мы выполняем эти практики неверно. Especially if it's combined with a diet that just will make it worse. Если мы еще придерживаемся определенной диеты, то все будет только хуже. So one has to be really, really careful with these type of practices. And in Buddhism, very, very advanced. You don't even think to begin working with these unless you have really, really very highly developed concentration. И эти практики действительно очень и очень опасны. В буддизме мы приступаем к ним уже на очень продвинутых стадиях пути, только тогда, когда у нас есть уже по-настоящему развитое сосредоточение. So, although it's a tool, neutral tool by itself, working with these energies and channels and chakras, it is a potentially dangerous and harmful one, unlike Hatha Yoga. I mean, Hatha Yoga, obviously, you could get a muscle cramp and you could, you know, hurt your back. So that also, you need a skilled teacher. But it's, I think, a slightly different category of what could go wrong. И, опять же, эти упражнения нейтральны. Тем не менее, в отличие от упражнений Хатха-йоги, где мы можем максимум что-нибудь растянуть или повредить, и упражнения хатха-йоги тоже лучше выполнить только под руководством хорошего учителя. Тем не менее, в случае с ветрами и каналами здесь немного другая ситуация, потому что можно повредить в другом смысле, в значительно большей степени. So any of these practices, you really need a good teacher, qualified. Для всех... Not good to try it by yourself. Для всех этих практик действительно нужен хороший учитель, квалифицированный, подготовленный учитель, и ими не следует заниматься самостоятельно. Including shamatha. И это даже включает и шаматку. You really work very, very intensely on trying to get single-pointed concentration. You could also push too hard and really throw your energies into imbalance as well. So that really needs proper guidance and instruction. Если мы будем во время занятий шамадхи слишком усердствовать и будем давить, стараясь всеми силами достичь этого состояния, то, как правило, это тоже приведет к расстройству энергии. Поэтому в этой практике также очень важно следовать правильным наставлениям. But if we are practicing a Buddhist path, если мы практикуем буддийский путь, and we want to add to it the physical side of Hatha Yoga or martial arts or these sort of things, there's nothing, contradictory there. If it's just as a tool and as part of our general motivation that we want to use this to help me on a physical level to reach enlightenment more quickly so that I can benefit others the best. Если мы практикуем буддийский путь и хотим использовать эти упражнения, например, хатха-йогу, для того, чтобы, например, быть более здоровыми, то есть мы поставим себе какую-то определенную цель для занятий этой хатха-йогой, но в целом наша цель все равно является просветление, то есть мы
занимаемся хатха-йогой для того, чтобы быть более здоровыми и обрести просветление быстрее, то это нормально. Окей. Okay. Yeah. У меня вопрос. Мы говорили вчера про то, что ум не существует невозможными способами, и о пустотности. Вот можно пояснить связь между этими двумя? Yesterday we discussed the impossible ways of existence of our mind and the voidness. Could you please explain how these two things correspond to each other? Voidness is the absence of a real reference to these impossible ways of existing. Пустотность означает, что эти невозможные способы существования не имеют ничего общего с реальностью. I often use a very simple example. Я часто использую очень простой пример. Do you have here in Russia Father Christmas or Santa Claus? У вас есть? I'm asking you. Yes, we call it Father Frost. Okay, Father Frost. The Grandfather Frost. Grandfather Frost. And do you have a special costume that people wear? Yes, yes. Like yes. That? Okay, so Grandfather Frost. Итак, у нас в России есть Дед Мороз, и есть люди, которые одеваются в костюм Деда Мороза. You see people on the street, maybe they have it here as well, who are dressed as Grandfather Frost. Мы можем увидеть на улицах людей, которые одеваются как Дед Мороз. And it appears as though they really are Grandfather Frost. И нам кажется, что вот этот человек, одетый как Дед Мороз, действительно Дед Мороз. But that's a deceptive appearance. Но это обманчивая видимость. Because, although it looks like Grandfather Frost, it doesn't correspond to anything real, because there isn't a real Grandfather Frost. Да, хотя этот человек выглядит как Дед Мороз, но на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью, потому что на самом деле Дед Мороза не существует. So, but you still have a man standing there. It's not as though there's nothing. Но тем не менее, этот человек существует. Дело не в том, что человека нету, никого там нету. So we're not denying that there's a man standing there who looks like Father Frost, Grandfather Frost. Мы не отрицаем, что есть человек, который стоит там на улице и выглядит как Дед Мороз. But he is devoid of existing in the way that he appears. Но он лишен того существования, какое нам кажется. Because there is no... This is impossible. There is no Grandfather Frost. Это невозможно. So it's impossible that he really is Grandfather Frost. Это невозможно, потому что нет Деда Мороза как такового, и поэтому невозможно, чтобы этот человек был Дедом Морозом. So that's what voidness is all about. That absence of a real reference to something which is just impossible. Вот что. Doesn't exist at all. Doesn't correspond. What it corresponds to doesn't exist at all. Вот что здесь имеется в виду, когда мы говорим о пустотности. Эти невозможные способы существования, они не относятся ни к чему, что на самом деле существует. So, you might appear as the most wonderful person in the world, or the most terrible person in the world. To me, so that's the mental hologram that's there, how I consider you. Вы можете казаться мне самым замечательным или, наоборот, самым ужасным человеком во всем мире, и это то, как я вас воспринимаю, у меня появляется соответствующая мысленная голограмма. And it seems as though you are established like that by your, the technical term is, it's self-established like that by the power of what you are. In other words, there's something wrong with you that by its own power makes you a terrible person, or there's something wonderful about you that makes it by its own power makes you wonderful. То есть складывается впечатление, что у вас есть нечто абсолютно реально и доказанное, что свои собственные силы делают вас самым замечательным или ужасным человеком. То есть как будто бы в вас есть нечто такое, такое замечательное, что независимо ни от чего другого делает вас самым замечательным человеком, или наоборот нечто такое ужасное, что делает вас самым ужасным человеком. Independent of everything. И вне зависимости ни от чего другого. You are terrible. You are wonderful. That's it. So independent of causes and conditions and your whole history and your family and all these things. Мне кажется, что вы самый замечательный или самый ужасный человек, и это не зависит ни от чего другого, ни от того, в какой семье вы выросли. And independent of my concepts of what a terrible person is and what a wonderful person is.
независимо от моих собственных представлений, от моей концепции о том, что значит удивительный, прекрасный человек или ужасный человек. So, what's impossible is that just because of something inside of you, from your own side, by its own power, independent of absolutely everything, makes you wonderful, inherently wonderful or terrible, that doesn't correspond to anything real. So you are devoid of existing in that impossible way. То есть, когда мы говорим о какой-то вещи, которая находится в вас, и которая независимо ни от чего другого делает вас по-настоящему прекрасным или ужасным человеком, то мы говорим, что такой вещи в вас нет. Это невозможный способ существования, которого вы лишены. But because of the habit of confusion, my mental activity, when I perceive you, when I look at you, makes you appear like that. Like you're the most wonderful person or you're the most horrible person. Но из-за неведения, из-за заблуждения, когда у меня в уме появляется умственная голограмма вас, то я воспринимаю вас как самого прекрасного или как самого ужасного человека. And it's deceptive, and I'm confused. And so I believe the appearance, that it corresponds to reality. И эта обманчивая видимость, она вводит меня в заблуждение, и я верю в то, что вот она на самом деле соответствует действительности. And on the basis of that, you know, you appear to be wonderful, and I really think you are fantastic, that I'm so attached, so I have such longing desire for you, or I think you're horrible, and I have this disturbing attitude of really, you know, disliking you and, you know, repulsion. And on the basis of that, we can act in very destructive ways. И на основе этого заблуждения, если вы кажетесь мне невероятным, необыкновенным, прекрасным человеком, то у меня появляется очень сильная привязанность к вам или сильное страстное желание. Или если вы кажетесь мне ужасным человеком, появляется отвращение и гнев. И на основании этих беспокоящих эмоций мы действуем всевозможными разрушительными способами. So, understanding voidness, deconstructing these deceptive appearances is very, very essential for gaining liberation from these unawareness, this disturbing emotions, this karma, etc. И для того, чтобы достичь освобождения, избавиться от этих беспокоящих эмоций, от кармы, от неведения, нам важно понимать пустотность и важно деконструировать, как бы разобрать вот эти вот ложные видимости. Understanding that you appear like this to me because of all sorts of causes, circumstances, my conceptual process, etc. helps to not get caught up in believing the appearance. Если я понимаю, что вы кажетесь мне самым прекрасным человеком из-за различных причин и из-за того, что таким образом работает мой ум, то тогда я не буду пойман в ловушку этой концепции, и, соответственно, не возникнут все эти... So this is what's unique about the Buddhist teachings. You identify what's the real confusion and what's the real understanding, true understanding. True confusion, true cause of suffering, the true pathway to get out of that pathway of thinking, understanding. И именно это и будет отличительной особенностью буддизма. Мы обнаруживаем здесь подлинную причину наших страданий. Это неведение, это заблуждение. И обнаруживаем правильный путь к его устранению. Другими словами, правильное понимание, правильное мышление. Okay, so now let's get back to our main topic. Давайте вернемся к нашей основной теме. About Buddha nature factors. О факторах природы Будды. And what I'd like to speak about this afternoon is conceptual and non-conceptual cognition. Сегодня днем я хотел бы поговорить о концептуальном и неконцептуальном познании. Whether it's conceptual or non-conceptual, mental activity still has all these various, you know, primary consciousness and mental factors that we've been talking about. В потоке нашего ума, в любом случае, концептуальный он или нет, будут пребывать эти умственные факторы, о которых мы говорили. But there's something further, which is part of the cognition, that can either be there or not there. Но есть и кое-что еще, с точки зрения того, как происходит познание, которое может присутствовать или не присутствовать, то есть... не познание, а кое-что еще может присутствовать или не присутствовать. So it has to do here, what we're working, what we're analyzing here,
is the variable of the way in which, not the way in which, but it's another dimension of how the mental activity engages with an object, with a mental hologram. Есть разные измерения того, каким образом умственная активность познает эту умственную голограмму или вовлекается в познание. Right, we saw that it can engage with it in terms of by relying on the photosensitive cells of the eyes, it could relate to it in terms of seeing it, or sound sensitive cells of the ears, it can relate to it in terms of hearing it. Например, если мы воспринимаем зрительную информацию, она поступает к нам на основе светочувствительных клеток наших глаз. Если мы слышим информацию, это происходит благодаря чувствительной к звукам, чувствительным к звукам клеток наших ушей. And from the various tendencies of the disturbing emotions and the positive constructive emotions, it can relate to it with love, it can relate to it with hate. В зависимости от того, какие у нас есть тенденции или склонности, будут ли это созидательные или разрушительные эмоции, такие как любовь или такие как гнев, while seeing it or hearing it. Соответственно, мы будем испытывать разное, когда мы будем видеть или and слышать. More attention or less attention. У нас может быть больше или меньше внимания. With more happiness, less happiness. All these factors are there. Больше счастья или меньше счастья, все эти факторы будут включены здесь. Now, when we have a conceptual cognition of something, there is a filter through which we are engaging with the hologram. Если наше познание концептуально, то у нас есть фильтр, через который мы воспринимаем эту голограмму. And when we are engaging cognitively with the object, non-conceptually, it's without a filter, to put it in the most simple terms. Познавательная вовлеченность при неконцептуальном познании означает отсутствие этого фильтра, будем называть это простыми словами. Now, in order to... Start the sentence again. A Buddha has only non-conceptual cognition. У Будды есть только неконцептуальное познание. However, to become a Buddha, it's necessary to rely on conceptual cognition because that is how our mental activity works. Но для того, чтобы достичь состояния Будды, нам важно полагаться на концептуальное познание. Почему? Потому что именно таким образом работает наш ум. Non-conceptual cognition is something that we have only for nanoseconds at a time. It's not something that we have all the time, not at all. У нас нет неконцептуального познания на протяжении какого-то длительного времени. Оно происходит у нас лишь на наносекунды. But we need to work with conceptual cognition in order to be able to eventually overcome conceptual cognition. Но нам нужно работать с помощью этого концептуального познания для того, чтобы в конце концов мы смогли выйти за пределы концептуального сознания. Okay, so what is this filter that we're talking about? Что это за фильтр, о которых мы говорим? It is a, I think the closest word that I can find in our Western way of thinking is a category. Я думаю, что самое близкое слово, которое мы можем найти в нашем западном языке, это категория. Okay, so category of, I mean, we had a whole presentation here a few years ago about mental appearances. Несколько лет назад у нас уже здесь были лекции на тему умственных видимостей. And I used an example, which I think is quite a good example, which is dog. И я использовал один пример, который мне кажется очень удачным, с собакой. Okay, so we see something. Мы видим что-то. What do we see? Что мы видим? We see colored shapes. Мы видим цветные формы, светоформы. Right? Colored shapes. That's
the main information that comes in through the visual channel. Именно таким образом к нам большая часть информации поступает с помощью визуального канала. But in the Gelugpa presentation and the non-Gelugpa schools of Tibetan Buddhism have a slightly different presentation. В объяснении школы Гелуг есть такое объяснение, а объяснение других школ тибетского буддизма будет немного отличаться. We also see a common sense object. We see a dog. Мы также видим и обычно общепринятый объект, то есть мы видим собаку. Colored shapes is not a dog. A dog isn't just a colored shape. Цветная форма — это не собака, и сама собака — это не просто цветная форма. And the sound of barking, the dog isn't just the sound. И звук лаяния собаки — это не просто звук. Nor is it a smell. Точно так же и запах. Or a taste, need a dog. Или вкус. Or a physical sensation when you touch it with your hand. Или физические ощущения, если мы прикасаемся к ней. Dog is, what should we say, has all these qualities, all these features. So that a dog with all these different, you know, sense information is what we would call the common sense object, dog. И у собаки есть все эти характерные, все эти особенности, все эти качества, и вся эта сенсорная информация от органов чувств, которую мы можем воспринять от этой собаки, вместе это как раз и есть этот общепринятый объект, который мы и называем собакой. So, according to the Gelugpa explanation, we see both colored shapes and the conventional object, the dog. И в соответствии с объяснениями Гелуг мы видим как цветную форму, так и этот общепринятый объект, то есть собаку. You know, out there aren't just colored shapes walking around, they're dogs. То есть вокруг нас не просто гуляют какие-то цветные формы, а вокруг нас ходят собаки. Okay. Anyway, one can get into quite an interesting philosophical discussion about this, but we will avoid that. Здесь можно углубиться в очень интересную философскую дискуссию об этом, но мы, пожалуй, от этого воздержимся. So, anyway. So, I see this colored shape, and I see that I see a dog. Итак, я вижу цветную форму, и я вижу собаку. Now, there is a category, dog. Есть категория собака. And in that category, many, many individual types of animal fit in, don't they? И в эту категорию попадают довольно разные виды животных, не правда ли? I don't know if you know the words from English into Russian, but, you know, a dachshund, a terrier, a cocker spaniel, a great Dane. I mean, there's so many different kinds of dogs. If you don't know the words in Russian, just use different names of different types of dogs. It doesn't matter. It's a dog. Есть много разных пород собак. Есть такс, есть кокер спаниели, есть терьеры, доги и другие. You gave some names, some examples. Yes, perfectly. But we see it, and we know, we conceptualize. I mean, through a conceptual process, we see it through this. What word did I use? Through this filter of dog. Итак, мы видим эту собаку, и мы с помощью этого нашего фильтра ее считаем собакой, относим ее к категории собаки. Now, if we didn't use that filter dog, we'd have no idea what this is. Если у нас этого фильтра не было бы, то мы бы и понятия не имели, что это такое. And we use other filters as well, animal. Мы используем и другой фильтр здесь, животное. And even from Western brain analysis, there's different parts of the brain that are involved with these categories. И даже с точки зрения западной науки, которая занимается исследованием мозга, за эти разные категории будут отвечать разные участки мозга. And these categories can be of two types. Эти категории могут быть двух видов. One would be just a name or a word. Первое просто название или слово. And one would be a meaning, the meaning of the word. И второе значение слова. You know, what a dog is.
То есть, что такое собака? Okay. So, when we see a dog for the first nanosecond, we have just, you know, without this filter, but almost instantly after that, you couldn't recognize the time interval. You know it through the filter, the dog, and you know what a dog is. Как только мы видим собаку, то на какую-то наносекунду у нас есть вот это познание собаки без фильтра, но после этого, и причем этот момент уловить мы не можем, сразу мы уже знаем, что это собака, и какая это собака, у нас уже появляются эти фильтры. Right, so we have a mental hologram of not only a colored shape, but a mental hologram of a dog that we call dog. Итак, у нас появляется умственная голограмма, это цветная форма, которую мы называем собакой. And if we just think of a dog without seeing it, если мы подумаем о собаке, при этом мы не видим никакую собаку, each one of us will have a different mental hologram that represents what a dog looks like. But we're all thinking through the filter dog. У каждого из нас появится своя собственная умственная голограмма того, как по нашему представлению выглядит собака, но все они будут относиться к этому фильтру собаки. But how else could you think of a dog? Как еще можно помыслить о собаке? You had a question. У вас есть вопрос? Значит ли это, что если мы не воспринимаем собаку, то собака тоже нас не воспринимает? То есть если мы, если нет никакой концепции о том, что есть собака, то собака таким же образом не будет воспринимать нас. Does it mean that... Shall I translate it? First in Russian. Означает ли это, если у нас нет никакой концепции по поводу этой собаки, что и собака не будет воспринимать нас посредством концепции? Правильно? И наоборот. И наоборот. Ну да, да. Тут еще можно... Какой пример? Ребенок, который не умеет говорить, например, до года, он концептуально воспринимает или нет? Это правильно, да? Нет, вопрос скорее о том, что если у меня нет никакой концепции... Ну, как у ребенка, например. Ребенок, да, у него тоже нет концепции. И если нет никакой концепции, и, соответственно, я не воспринимаю собаку как собаку, а чисто воспринимаю ее как поток информации, что ли, то собака меня тоже не будет воспринимать как-то концептуально. Итак, вопрос. Если я воспринимаю собаку не концептуально, просто как поток информации, означает ли это, что собака будет воспринимать меня также не концептуально? И вторая часть этого вопроса. Действительно ли у маленьких детей есть неконцептуальное познание? So, the first part of the question is, if I cognize a dog without conceptions, does it mean that a dog is cognizing me without conceptions as well? And the second part of the question is, if small children, babies, have some sort of non-conceptual cognition? Hmm. Okay, the first question, if we're looking at the dog non-conceptually, we're just talking now about the tiny nanosecond when we're doing that. Does the dog look at us non-conceptually? Well, also for a nanosecond. Итак, первый вопрос. Если мы смотрим на собаку неконцептуально, у нас это происходит только на одну наносекунду, означает ли это, что и собака, которая смотрит на нас неконцептуально, тоже только одну наносекунду смотрит на нас неконцептуально? But dog certainly has categories with which it perceives things. It might not have words, but it certainly has categories of meaning. Определенно, у собак также есть эти категории. Собака определенно не мыслит словами, но у нее также есть категории смысловые. Category of food, category of a human being as opposed to a cat. Например, категория еды или категория человека или категория кота. Category of my master, category of my territory, so you better not come into it, and so forth. Friend enemies. That's categories. Категория моего хозяина или категория моей территории, так что если кто-то другой входит на мою территорию, я буду лаять, или точно так же разделение на своих и чужих, на врагов и друзей. Mm.
And then the second one was about babies. Some people say that babies have non-conceptual cognition. Before he starts speaking, for example. Right, do babies have non-conceptual cognition before speaking? No. I mean, they have it for nanoseconds. Если у маленьких детей неконцептуальное познание до того, как они учатся говорить нет, то есть у них есть это неконцептуальное познание, но опять же только на наносекунду. Baby might not know words for things. Ребенок может не знать слова. But a baby certainly has a concept of mother, certainly a concept of what should we say? Hot, cold, hungry, not hungry. Но у ребенка есть определенно, у младенца есть определенно такие концепции, как мама, тепло, холодно, я чувствую голод, я не чувствую голод. That might not know, let's say, if it sees some object, like this object in my hand, what I consider a watch. Например, если ребенок смотрит на вот этот вот объект, который лежит у меня в руке, я называю его часы. A baby could put this into quite a different category. Ребенок может поместить это в другую категорию. It could be in the category of something that you put in your mouth, like the mother's breast. Например, категория вещи, которую можно положить в рот, как, например, грудь матери. Or when it's a little bit older, it can put it in the category of a toy. Если он немного подрастет, он, возможно, отнесет этот предмет к категории игрушка. Even before it has words. И даже до того, как у него появятся слова. So, we shouldn't idealize, being an infant. Важно не идеализировать, маленьких детей. Now, of course, as we get educated, you know, we learn more and more categories of things, but there's nothing wrong with that. По мере того, как мы учимся, мы изучаем все новые и новые категории, и в этом нет ничего неправильного. They're helpful. Without them you couldn't communicate. You wouldn't have language. Они очень полезны. Без них мы не могли бы общаться. Без них не было бы языка. We wouldn't be able to put things together and see that, what should we say, the various things belong in categories. Have something in common. Мы не могли бы сравнивать разные вещи, мы не могли бы видеть, что вещи в одной категории имеют нечто общее. But what we have to understand is the voidness involved here. Но нам здесь важно понимать пустотность. Category of dog. Mental label of dog. Итак, категория собака, умственное обозначение собака. Is there something on the side of this animal that by its own power makes it a dog? Существует ли она со стороны самого этого объекта и делает ли, excuse me, the category makes the dog? Is there something on the side of the dog that by its own power makes it a dog? А есть ли что-то на стороне самой собаки, что-то в самой собаке, что делает ее собакой? And upon analysis, we would say no. И исследовав, мы скажем нет. Right? It is a dog, by me, you know, because of a convention. Это собака потому, что мы об этом договорились. Group of people got together, and they decided that all of these different animals are going to fit into the category of dog. Группа людей собралась и приняла решение, что все эти животные различные мы будем считать собакой. Мы их отнесем к категории собаки. And they took some meaningless sounds and said, these meaningless sounds, if you say it, is going to be the word that we're going to use for this category. И они взяли какое-то... Sounds by themselves don't mean anything. Они взяли какое-то бессмысленное сочетание звуков и приняли решение, что теперь это сочетание звуков будет означать этих животных, будет означать собак. И сами по себе звуки не имеют никакого смысла. And we can say, oh, but wait a second, all these animals have certain genetic features in the chromosomes, etc., that are in common, so that is what makes it a dog.
И мы можем сказать, подождите, но ведь есть какие-то генетические особенности где-то в хромосомах, благодаря которым все эти животные действительно относятся к собакам. And we would say no, from Buddhist point of view, no. It's a group of people who decided that if these certain factors genetically are the same, that that is a dog. So it was, again, decided by convention, by the mind. Мы с буддийской точки зрения скажем нет, просто была определенная договоренность, группа людей договорилась считать вот эти факторы характерными для собаки, то есть эти... Right. But then the question is, well, but is it a dog? Or what is it? Следующий вопрос, все-таки собака ли это, или что? If I don't call it a dog, is it still a dog? Yeah, of course. Если я не называю это собакой, будет ли это собакой? Да, конечно. Right, it could be called by many different names. Мы можем назвать ее разными способами. But what's confusing is to think that, you know, with this category and this, you know, object, that somehow things fit into boxes, you know, of categories, that the entire world is made up of boxes. You know, the box of this category, that category, and things belong in this box. Or they could belong maybe in a few boxes. Но что было бы заблуждением думать, что весь мир состоит из этих категорий, и каждая вещь относится к какой-то категории, как бы лежит в этом ящике, или, может быть, одна вещь лежит в нескольких ящиках. Language and these categories give the impression, the appearance, that things exist really in these boxes of good, bad, you know, red, orange, yellow, etc. But there aren't boxes existing out there somewhere. Да, наш язык и эти категории, они создают такое впечатление, как будто мир действительно делится на все эти ящики. У нас есть ящик хорошее, есть ящик плохое, желтое, оранжевое и так далее. А такое впечатление создается, но на самом деле этих ящиков нет. You know, people have decided on, you know, definitions of what is, you know, good, what's bad, what part of the spectrum is yellow, what part is orange. Просто люди договорились дать определение, что вот это мы будем считать хорошим, это мы будем считать плохим, какая часть светового спектра будет называться желтым, какая часть будет называться оранжевым. And some of these are, you know, accepted universally, some just by, you know, a group of people, let's say, with one language, and some are private, you know, just you, your own idea. И некоторые из них разделяются всеми людьми, некоторые существуют только внутри языка, а некоторые личные, то есть это может быть чья-то личная идея. Но тогда я вижу какое-то противоречие получается, что если у детей, дети же ни о чем не договаривались, ребенок до года, да, на эти категории, но тем не менее, как сказал профессор, категории эти все равно существуют у него каким-то образом. Как вот можно с этой ситуацией? But then again, what if, I think it's quite loud. I think maybe I don't need to repeat. Вы сказали о том, что у маленьких детей нет концепции, и здесь кажется, что есть некоторое противоречие, поскольку ведь маленькие дети не договаривались по поводу этих категорий. Ну, нет, я не говорю, что у маленьких детей нет концепции. Да, да, сейчас профессор Берн сказал. Да. Ага. Концепция есть вообще ни при чем, мы решили, что у маленьких детей они есть. Мы сейчас говорим о категориях. О том, что маленькие дети не могли договориться. Итак, вы сказали о том, что у детей есть категории горячего, холодного и так далее. Но здесь есть некоторое противоречие, поскольку дети не могли договориться о категории. You said that small children do have categories, but there it seems to be contradictory because small children were not able to come to some sort of convention to gather in a group and to decide which categories we define in this way or in that way. Well, the let's use the example of mother. Давайте разберем это на примере матери. Does a child have the category of mother? Doesn't have the word, but does it, what should we say, perceive this woman in terms of the category of mother and this other woman not in that category? And it does. Да, у нас действительно
у этого ребенка нет слова, например, «моя мама» или «не моя мама», но может ли ребенок определить двух женщин в разные категории? Одна женщина – это моя мама, другая женщина – не моя мама. И да, ребенок может это сделать, то есть он разделяет на эти категории. Now, we don't have to make up the categories ourselves. I mean, there is the general category mother, quite universal. Нам при этом не обязательно разделять это на категории самостоятельно, искусственно. Есть некие общие категории, например, категория мать, которая общая для всех. So, now it becomes a very interesting question. How does the infant know its mother? Далее возникает очень интересный вопрос. Как ребенок знает, что это его мать? And, so, mother is defined as the one that gives birth to you, but the baby, the infant, might use a certain sense of smell, it might, you know, like an animal does. You know, it's not so simple to say, how does the baby identify the mother? But the baby has this category mother. It didn't have to make it up. Do you mean inborn? Inborn. Врожденно. Мы определяем мать как человека, который нас родил. Но ребенок может определять мать иначе. Например, с помощью запаха, как это делают животные. Но на самом деле довольно трудно сказать, как именно это происходит. И тем не менее, у ребенка есть эта категория, и он относит свою мать в эту категорию, она врожденная. In fact, it's good that you brought that up. There are different levels of conceptual cognition. Different levels of category. И очень хорошо, что вы затронули этот вопрос, потому что есть разные уровни концептуального познания, есть разные уровни категорий. There's a whole mass, it's called a mass of personal, individual categories. Есть большая группа личных, индивидуальных категорий. Right? Like, for instance, when we remember something. You know, or you know, remember somebody that we met. This is a personal category that we use. You know, of my friend John. Например, если мы вспоминаем кого-то, например, вспоминаем человека, которого мы встречали в прошлом, это будет наша личная категория. К примеру, мой друг Джон. But then there are a list of 80, but 80, mind you, there can be many more when we have these lists. Of impersonal categories that everybody is born with. Далее есть список из 80 врожденных не личностных категорий, и когда мы говорим о списке из 80, опять же, на самом деле он может быть значительно более длинным. So, for instance, but again, some will be more active in certain life forms than another, depending on what we're born with. So, for instance, the category of to suck. You know, that an infant would have, maybe a baby animal, or any mammal would have. You don't have to teach that animal, you know, just when it's born. It will, you know, automatically crawl up the mother and go to the tit and drink. So there's a concept, you know, an impersonal, innate concept of, you know, to suck, to kiss. I mean, there's a whole long list of them as a way to show affection. Например, в зависимости от того, в каком именно теле родилось то или иное существо, эти категории могут иметь большее или меньшее значение. Например, для млекопитающих характерно такое действие и, соответственно, такая категория, как сосание. Когда рождается животное, оно находит материнский сосок и начинает сосать молоко. И каким образом это происходит? Благодаря этой категории. И точно так же есть и другие категории, например, не только сосать, но еще и целоваться, которые используются для того, чтобы выражать любовь. So these are very subtle. They're also involved with things like a category of attachment or desire in the sense that if, you know, I exaggerate the good qualities of something, then I have this category or concept that somehow I want to get it to me, hold on to it. So that's a concept, that's a category that we apply to many, many different things, or with hostility to get it away. That also there's a, you know, how do you express these various emotions
is something which is quite common in, you know, in various life forms. So these are these subtle impersonal concepts or categories. Есть довольно тонкие неличностные концепции или категории, например, которые связаны с теми или иными беспокоящими эмоциями, такими как привязанность или страстное желание. Например, если мы чувствуем привязанность к человеку, то у нас сразу возникает категория, что этот человек должен находиться всегда со мной. И это именно категория, это концепция, которая появляется одновременно с этим чувством. Точно так же, если у нас появляется гнев, то одновременно возникает и категория, что мы желаем отдалиться от этого человека или объекта. И более того, у разных людей и даже среди разных форм жизни способы выражения этих эмоций, они очень похожи. So, when we have conceptual cognition of something, it is through the filter of a category. Итак, когда мы концептуально познаем что-либо, мы делаем это через фильтр категории. Okay. Now, it is deceptive because we mix the category with the appearing object. Это обманчиво, потому что мы путаем... Or the involved object, I should say. Потому что мы путаем категорию с самим объектом, который мы познаем, который здесь задействован. Now, I'm going to discuss this just in general. I'm not going to get too technical here. Я не буду вдаваться в технические подробности и расскажу об этом в общих чертах. So, it is deceptive. You think, you know, well, you know, it really is dog from its own side, for example. Это обманчиво. У нас возникают эти обманчивые видимости, потому что, когда мы видим собаку, нам кажется, что вот это собака, и она является собакой с ее собственной стороны, что в ней есть что-то такое. Conventionally, it is a dog. На обусловленном уровне это и есть собака. It does have the characteristics of a dog, but these characteristics were agreed upon by, you know, by people. But it does have these characteristics, but the characteristics by its own power doesn't make it a dog. У этой собаки есть характеристики собаки, но эти характеристики, они появились на слове договоренности между людьми, и сами эти характеристики не делают ее собакой. It also has the characteristics of an animal. It also has the characteristics of food. So you can eat a dog. Точно так же есть и характеристики животных. Может быть, здесь характеристика животного, или мы можем здесь характеристики пищи приложить, потому что, в принципе, можем съесть собаку. But these characteristics, by their own power, don't make it an animal or a food. It's by the power of, you know, the... What should we say? The mind that has, you know, the mental construct of these things. Но эта характеристика сама по себе не делает собаку едой. Мы можем назвать собаку съедобной на основании соответствующей концепции в нашем уме. And the concept, the category of a dog doesn't create it as a dog, doesn't make it a dog. И эта концепция собаки не делает собаку собакой, она не создает эту собаку. It just establishes that it is a dog rather than a table. Эта концепция просто... But it doesn't make it a dog, so there's a difference here. This word establish is not an easy word, it's sort of like prove that it's a dog. Эта концепция доказывает, что это собака, а не стол, но эта концепция не делает эту собаку собакой, и здесь это слово establish, оно довольно... сложное, оно примерно означает proof, то есть доказать, но не означает, что мы создаем что-то заново. Anyway, I didn't really want to get into too much detail here. Let me continue with the presentation. Then we have questions afterwards. Я не хотел бы углубляться здесь слишком подробно, и поэтому позвольте мне продолжить общее объяснение, а вопросы мы можем еще задать потом. If we're going to understand something, first, it is with conceptual cognition. This is just the way that the mind works. Otherwise, we don't know what anything is. Если у нас появляется концепция в отношении чего, если у нас есть, excuse me, if we want to understand voidness or impermanence or family or anything, it has to be conceptually to start with, through a category. That's the way the mind works.
если мы хотим понять, что такое, например, пустотность или непостоянство, или семья, для того, чтобы понять это, нам необходима концепция, потому что таким образом работает наш ум. It's deceptive because it appears as though things actually fit in boxes and the universe is divided into actual boxes of these categories, which it's not. Да, категория может ввести в заблуждение, потому что, когда мы ими оперируем, складывается такое впечатление, как будто весь мир разделен на такие ящики по этим категориям, а на самом деле это не так. So eventually we have to get rid of, you know, not, what should we say? Not cognize things, not to know things, you know, mixed with these categories. И поэтому в конечном счете нам нужно научиться воспринимать явления, не смешивая их с категориями, отделяя их от категории. So, but that's not so easy to know how we do that and still know maybe what something like consolation. Is. Pardon? Maybe like consolation, because we see consolation in the star, but in fact it is independent stars. Well, something like that. So the question is it like seeing constellations in the sky? That, of course, is a mental construct. So eventually we see individual stars. In Russian, please. Вопрос, подобно ли это созвездиям, когда мы видим отдельные звезды? Ответ, да, потому что определенно, когда мы видим эти созвездия, мы на самом деле видим только звезды, а созвездия — это ум построения. I think that's a slightly different type of category of a constellation of stars, because that's quite arbitrary. Isn't it? I mean, in terms of seeing the patterns. But I think that's different from the category of dog. С другой стороны, я думаю, что очень сильно отличается этот случай с созвездием от случая с собакой. What is arbitrary? Arbitrary means that it is... it could be one thing or it could be another thing. Потому что здесь это более свободная ситуация. Это может быть одна какая-то вещь. Можем одно созвездие выстроить из этих звезд, а можем другое. You're connecting points. Well, you can connect points of stars in many different ways. Можем соединить звезды различными линиями по-разному. I mean, it starts to get very, very complicated because also you have categories which are collections. You know, there's the individual items like trees, and then there's the collection, which is the forest. So there's individual stars, there's a collection, which are the constellations, where do you draw the boundary, etc. So that gets into whole further discussion. И это становится все более и более сложным, потому что есть вот эти вот собрания, например, мы на основании деревьев, мы называем всех их лесом, или если у нас есть звезды, то мы можем называть их так или иначе созвездиями и каким-то образом проводить вокруг них линии. И все это уводит нас все в более глубокий анализ этой темы. Right, so it has to do with location as opposed to having to do with defining characteristics. Where do you draw the dividing line between a dog and a wolf? То есть здесь уже вопрос, как именно дать эти определяющие характеристики, например, где вот раздел между собакой и волком. In any case, this is an enormous topic that you can't just cover in 2 hours. There are many different types of conceptual cognition with through a category. There are some that accord with fact and some that don't accord with fact. Это очень сложная тема, и за 2 часа, конечно, мы ее не успеем рассмотреть. Так, есть разные уровни концептуального познания, и некоторые из них могут соответствовать фактам, а некоторые не соответствовать фактам. And there are various criteria that we can use to ascertain. Does it accord with, you know, fact or not? Есть много разных. Is this object in front of me a table or a dog? If I think that it's a dog, well, that doesn't accord with fact. Nobody would agree. Есть разные критерии, как мы можем убедиться в том, что то или иное явление подходит под ту или иную категорию. Например, если я заявлю, что этот стол на самом деле это собака, то это не будет соответствовать фактам в том смысле, что никто со мной не согласится. And then we pointed out there's some that apply names, there's some that apply meanings of names. Meanings. Далее на эти категории мы
It could be a category of a name. It could be a category of a meaning. Может быть, категория. The baby doesn't know the name mother, but it has a meaning. У категории может быть имя, а может быть значение. Например, новорожденный младенец не знает название мама, но определенно он знает значение, смысл. Baby has a category of what physical sensations are comfortable and which ones are not comfortable. In terms of hunger, I mean, it doesn't have the word hunger, but it certainly puts a certain number of physical sensations into this category of not comfortable, cries. Определенно, ребенок не использует какие-то названия для того, чтобы назвать те или иные ощущения, но тем не менее он все равно чувствует эти ощущения как категории. Ребенок не знает слова голод, но тем не менее у него есть определенная группа некомфортных ощущений, которые он относит к определенной категории, и когда он с этой категорией встречается, он начинает плакать. Then there are some that apply a label and a basis for the label. So this is the label dog, and this thing is an appropriate basis for being called a dog. И есть наименование, и есть основа для наименования или обозначения. What was the second sentence? So, as an example, there are concepts that, a concept of a label, and a concept of a basis for the label. So I have a concept of the label dog, and I have a concept of what are the appropriate things, bases, to label as a dog. What's the problem? Excuse me, could you please say one sentence at a time? We have a category of a label. Так, у нас есть такая категория, как обозначение. And a category of a basis for labeling. И категория основы для обозначения. So, I have a category of dog. У меня есть категория собака. And then I have a category of the group of animals that are appropriate for being the basis for being labeled a dog. И есть группа животных, которые я считаю подходящими для того, чтобы назвать их собакой. Then we have categories that interpolate, that means to add something that wasn't there, далее that есть... adds or interpolates extraneous meanings. Далее есть категории, которые добавляют, некий смысл, которого первоначально там не было. So, I see you. Я вижу вас. And I'm aware of your good qualities. Я осознаю ваши достоинства. And I exaggerate. So, I add on to it, you know, that's the most wonderful, fantastic thing, and you don't have any faults, and so on. So, that's adding things that are not there. И я преувеличиваю их, и я, эти я на основании этих достоинств заключаю, что вы самый прекрасный человек, и что у вас нет никаких недостатков. То есть я добавляю что-то, чего на самом деле там нету. And they're having categories or concepts that involve obscure objects. И есть концепции или категории, которые задействуют, которые включают омраченные объекты. Someone tells us that there's a man standing behind the house. Например, кто-то говорит нам, что вот есть человек, который стоит за домом. We don't see the man. Мы этого человека не видим. But we know through a category of a man, we can be aware of, well, yeah, there's a man behind the house. That's through a category, it's conceptual. Но, зная, что такое человек, зная категорию человек, мы можем понять, что, кто там стоит за домом, хотя мы не видим его. So we have categories and conceptual cognition of what things are. Итак, у нас есть категории, концептуальное понимание того, чем являются вещи. And of how they exist. И того, как они существуют. So, your Galupa makes a distinction here. И Galupa здесь делает различие. Each of these two can be accurate or inaccurate. И то, и другое может быть верным и неверным. So, what it is, dog or a table, that could be either accurate or inaccurate. Итак, что это такое, стол или собака? И ответ может быть правильным или неправильным. How it exists as a dog or a table
can be either accurate or inaccurate. Каким образом существует стол или собака? Это также может быть правильно или неправильно. Right, it exists isolated by itself in a bubble, establishing itself as a dog, or a table. That's impossible. That's inaccurate. И если мы считаем, что эта собака существует независимо от остального, независимо от всего остального, изолированно и со своей собственной стороны с ее собственной стороны доказывает всем, что она собака, то есть в ней есть что-то, что доказывает, что это собака, то это будет неправильное понимание. But it is a dog or a table dependent on convention and labels and causes and conditions, etc. That's accurate. Если мы думаем, что это стол или собака, который зависит от разнообразных условий и от умственного обозначения, то тогда это будет правильно понимание. We'll discuss this tomorrow. What's called inferential cognition. Завтра мы будем обсуждать то, что называется заключением, основанным познанием, основанным на выводах. Where there's smoke, there's fire. Если есть дым, значит есть огонь. So you see smoke. Вы видите дым. Over there. Где-то там. And you know through a category fire. There's fire there. И с помощью категории мы знаем, что там есть огонь. So that we need. Нам это нужно, необходимо. And then what we know after making that inference, that yes, there's a fire over there. That's also to this category, conceptual. И после этого мы создаем категорию, что там есть огонь, и это этот вывод, это также концепция категории. Now, when we remember something, when you're mindful of something from the, you know, that previously occurred, that's through a category. Category of the argument that we had, and then you have some hologram that represents it. Если мы вспоминаем что-то, то, что произошло с нами в прошлом, например, какой-то спор, ссору, которая у нас была, мы вспоминаем определенную картину, умственную голограмму, и это тоже категория, которая будет это воспоминание представлять. Right, I think my mother. Например, я думаю, моя мама. I remember my mother. Я помню мою маму. Well, there's a category, my mother. And at different times, I can have different holograms that represent my mother, when I think of my mother or remember my mother. Есть категория «моя мама», и есть умственная голограмма, которая будет символизировать, будет представлять мою маму, причем в разные моменты времени, в разные промежутки времени она будет разной. I think you get the idea that everybody's mind works like this, all mental activity works like that. И я думаю, что у вас уже есть представление о том, что так работает любой ум, это основной принцип его работы. Same thing, conceptual cognition with a category of imagining something that has not yet happened. То же самое, категория, концепция относительно чего-то, что еще не произошло. Like what I'm going to eat tonight. Например, что я сегодня буду есть вечером. Right, we can think of that. Мы можем об этом думать. With a category of... You know, not yet eaten meal. То есть есть категория пока еще не съеденного блюда. What I'm going to eat. Которое я собираюсь съесть. And then we could have different things that represent it. И могут быть разные вещи, которые будут представлять эту категорию, то есть разные картинки. Okay, so we have conceptual cognition, and it's very useful. Итак, it allows us to function, allows us to communicate. Nothing wrong with it. Итак, у нас есть концептуальное познание, и оно очень полезно, оно позволяет нам функционировать, оно позволяет нам общаться, с ним нет ничего неправильного. So long as it is accurate conventionally in terms of what things are. Если только оно правильно с общепринятой точки зрения, с обусловленной точки зрения, в том смысле, что чем является какой объект. The problem with it, why Buddha doesn't have it, is that it gives the deceptive appearance that things exist in boxes of these categories. That is going to come with it automatically. Но почему? It's always going to be inaccurate in terms of how things exist, the appearance of how things exist. Но почему это проблематично и почему у Будды этого концептуального познания нету? Потому что вместе с ним автоматически появляется видимость того, что весь мир делится на вот эти ящики и все вещи по этим ящикам разложены. So, a Buddha, you know, to a Buddha,
still going to appear. Still, what a Buddha sees non-conceptually, a dog. I mean, it's a dog. It's not a table. Когда Будда видит неконцептуально собаку, это по-прежнему собака, это не стол. And a Buddha knows that it's a dog. И Будда знает, что это собака. A Buddha sees a dog and knows that it's a dog. But a Buddha doesn't necessarily apply a... What should we say? A Buddha would know that it could be called by many, many different names. So when a Buddha communicates, you know, a Buddha could communicate, you know, with every name that, that it could possibly be called. So everybody could understand. И Будда, он понимает, что это собака, он видит эту собаку, он знает, что это собака, но он знает также, что этот объект может быть назван и по-другому. И поскольку он может общаться на любом языке с любым существом, он будет знать все возможные виды обозначения этого объекта. But for the Buddha doesn't see it through this category, which gives the impression or appearance that things exist in boxes. Но Будда не видит этот объект сквозь категории, которые создают впечатление, что весь мир разделяется на такие вот ящики. This is a very subtle difference. И то есть здесь есть очень тонкое различие. Buddha knows that it's a dog. Buddha knows what a dog is. Будда знает, что это собака. Будда знает, что такое собака. But when a Buddha sees this animal, но когда Будда видит это животное, Buddha doesn't think of it in terms of a category like a box of dog or what a dog is. Будда не видит его как категорию в виде такого ящика. And otherwise, if this weren't the case, if the Buddha didn't know that it was a dog and know, you know, what names people call it, they couldn't possibly communicate with anybody. Buddha couldn't. Потому что если бы Будда не знал, что это собака и что другие люди называют это собакой, если Будда не знал, что это за объект и как его называют другие, что другие называют его собакой, то он тогда и не смог бы ни с кем общаться, взаимодействовать. So it's very important to understand that non-conceptual cognition doesn't mean that we don't understand anything. We don't know what anything is, because we have no concepts. То есть очень важно понимать, что это неконцептуальное познание не означает, что мы ничего не понимаем, что из-за того, что у нас больше нет концепции, мы не знаем, что чем является. And that everything then is just in some big undifferentiated one. И все превращается в некое большое такое неделимое единство. Things still retain their individual identity. У явлений по-прежнему сохраняются их индивидуальные особенности. It's just how a Buddha perceives things non-conceptually, with understanding. Вот как Будда познает явления. Он познает их неконцептуально, но он понимает их. Because remember that these other mental factors discriminating awareness, what it is, what it isn't. Потому что differentiates, distinguishes what it is, what it isn't. Потому что у нас есть такой мысленный фактор, как распознающее осознавание, которое распознает, чем что является, является это этим или тем. Just because it can differentiate between what it is and what it isn't doesn't mean that it imagines that there are boxes existing, what it is, what it isn't, and it's thrown into this box and not into that box. Просто исходя из того, что Будда может распознавать, что это существует, что эта вещь является той и не этой, то есть что она существует таким образом, а не другим, не означает, что эти вещи будут у Будды разложены на две категории, на эта вещь это то и не это. So, there are levels of mind, levels of awareness that we have. Итак, есть разные уровни ума, разные уровни осознавания, которые у нас есть. We can speak about the grossest level, that's sense consciousness. Мы можем говорить о грубом уровне, и это познание органами чувств. Seeing, hearing, etc. То есть слышание, видение и так далее. That by itself is non-conceptual, that's not with categories. А само по себе оно не концептуально, оно не связано с категориями. But it's very gross. Но это очень грубый уровень восприятия. And there's a subtle level. А далее есть более тонкий уровень. Which is mental cognition. А именно умственное познание. And that can be conceptual with categories or non-conceptual. Оно может быть концептуальным с категориями или неконцептуальным. For instance, we could, in a dream,
for also a nanosecond, what we would call mentally see something or mentally hear something before we have the conceptual cognition and the dream of what it is, you know, putting it into a category. Например, во сне точно так же у нас есть какой-то промежуток в одну наносекунду, когда мы воспринимаем это явление так, как оно есть, без категории, после чего мы раскладываем, опять же, по категориям, то есть то же самое, но во сне. And we have the subtlest level of consciousness, subtlest level of mental activity, which is known as clear light. И есть тончайший уровень сознания, тончайший уровень умственной деятельности, который известен как ясный свет. And that is more subtle than the level at which these conceptual cognitions can occur. И он более тонкий по отношению к тому уровню, на котором происходит концептуальное познание. And that level is more subtle than any of the disturbing emotions or unawareness. Этот уровень более тонкий, чем любая из беспокоящих эмоций и чем неосознавание. That level doesn't make, you know, deceptive appearances of impossible ways of existing. Этот уровень не создает обманчивой видимости невозможных способов существования. And, but that level doesn't necessarily understand everything. Но этот уровень не обязательно что-либо понимает. Because we have that at the moment of death as well. You don't necessarily understand anything at the moment of death. Он проявляется у нас и в момент смерти, но в момент смерти мы ничего можем не понимать. But nevertheless, it's this level that a Buddha has. That it's only this level that a Buddha has. And it's only this level that is, what should we say? That we have underlying every single moment. And that when we're talking about what will become a Buddha, we're talking about this level. What will become the mind of a Buddha, we're talking about that level. И у Будды есть только этот уровень ума, и у нас он также есть под всеми остальными уровнями сознания. И когда мы говорим о том, что же в конечном счете станет Буддой, мы имеем в виду именно вот этот уровень, тончайший уровень сознания. And because it doesn't make appearances, mental holograms of things existing in impossible ways, it doesn't make mental holograms of categories. И поскольку он не создает видимости невозможных способов существования, то он не создает и категорий. Now that's a little bit inaccurate. We can't say mental hologram of a category, but it doesn't make it doesn't have filters with it of categories. It's without any filters. То есть на нем нет никаких фильтров категории. На нем вообще нет никаких фильтров. But so you know, when we're talking about Buddha nature and what we want to achieve, that's what we want to achieve. It's the subtlest level, without these categories. However. Get there, you're going to have to work with conceptual minds. There's no other way. И мы хотим достичь состояния Будды, именно вот этого тончайшего состояния ума, который лишен категорий, но для того, чтобы достичь его, нам нужно работать с категориями, потому что у нас другого выхода нет. Okay. So, now, what questions do you have? Какие у вас есть вопросы? Вопрос о том, что вот это не концептуальное познание, где без категорий. Можно ли сказать, что в таком состоянии, в зависимости от изменяющейся энергии во внешнем мире, категории в каждый момент разрушаются, опять создаются вновь в соответствии с изменяющимися условиями? Создаются в этом сознании неконцептуальном? Да, то есть они разрушаются и вновь создаются. Можно ли сказать, что в этом неконцептуальном познание есть категории, просто они разрушаются и вновь создаются, поскольку внешний мир все время меняется. Да, да. Is it possible to say that in this non-conceptual cognition we have these categories, but these categories are not solid in a sense they always they appear and they disappear because everything is always changing? No. Нет. Non-conceptual cognition, by definition, does not have categories as part of it. There are no filters. Неконцептуальное познание по определению не имеет категории, то есть на нем нет никаких фильтров. When we talk about these filters, these categories, it's important to understand that what type of phenomenon they are. Когда мы говорим... Now this gets a little bit complicated.
когда мы говорим об этих категориях, об этих инструкторах, очень важно понимать, что это вообще за класс явлений. И это, конечно, довольно сложная тема, совсем непростая. It is something which is static. Это неизменные явления. It doesn't change. Они не изменяются. We can replace one category with another category, but a category isn't something that organically grows and changes over time. Мы можем заменить одну категорию на другую, но когда мы говорим о категориях, это не какие-то явления, которые растут и развиваются со временем. Right? My understanding of voidness through a category of voidness, you know, that meaning could be replaced by subsequent understandings, but it doesn't organically change moment to moment. Когда мы говорим о понимании пустотности с помощью категории, то есть разные категории, соответственно, разные понимания, которые мы можем заменять одно другим. У нас может появляться следующее новое понимание концептуальной пустотности, но это не какая-то категория, которая растет. And in and of itself, it does not have any physical form. Это не физическое явление, у нее нет физической формы. Right? Category dog, the meaning of dog, doesn't have as part of the category a picture of what a dog looks like. That's a mental representation. That's something else. То есть сама категория, например, категория собака, не имеет в качестве своей составной части картинку того, что мы понимаем под собакой. Вот эта картинка, представление собаки или представление о собаке, это уже что-то другое. It's not a way of being aware of something like anger or seeing. И категория также не является способом осознавания объекта, например, как гнев или видение. I mean, the word that sometimes I use is that it's some sort of abstraction, but it's not abstract in the sense of vague, it's quite specific. Иногда я здесь использую термин абстракция, но не следует понимать это как нечто такое неопределенное. На самом деле это очень определенная вещь. So it's either there or not there. То есть категории, они не... It's either the filter is there or not there, but we shouldn't think of the filter as some, you know, piece of colored plastic that comes in, you know, in a light that you would use in the theater. Это такие эти фильтры, эти категории, они или есть, или нет, но также не следует о них думать как о таких пластиковых фильтрах, которые мы можем вставлять или которые вынимать подобные фильтрам, которые используют в прожекторах в театре. The word that's used, they don't use the word filter. In the Buddhist text, they use the word veil. В буддийских текстах не используется слово фильтр, там используется слово veil. A veil is like a little piece of cloth that a woman wears over her face. Вуаль, то, что носит женщины на лице. That a woman looks through. Через которую они смотрят на мир. There was one thing that I wanted to mention in terms of this mental factor of distinguishing. Есть еще один момент, который я хотел бы отметить той теме по поводу развлечения, такого умственного фактора, как развлечение. It can work either conceptually or not conceptually. Он может работать или концептуально, или не концептуально. So, we can distinguish, you know, as in this category and not in that category, as this meaning and not in that meaning, so that's conceptual. Мы можем различать, что это относится к этой категории, а не к этой, что у этого такой смысл, а не этот, и это концептуальная работа этого развлечения. Right? With words, when you hear language, it doesn't matter what volume we hear it in or how the person pronounces the word, we put it into the category of this word with this meaning, don't we? Когда мы слышим речь, какое-то слово, независимо от того, как именно произносит это слово человек, насколько громко и с какой интонацией, мы способны это слово отнести к какой-то категории в соответствии с его смыслом. The sound of you saying dog and me saying dog is quite different. But we understand it through the category of, oh, you're saying dog. Когда вы говорите собака, и когда я говорю собака, то как мы это говорим? То мы говорим это по-разному, но тем не менее у нас есть концепция. Вот мы сказали собака. We wouldn't have that. We couldn't understand anybody, could we? Если бы это не происходило, то мы не могли бы понимать никого, не правда ли? But we also have distinguishing on a non-conceptual level, distinguishing between what something is and what something isn't, without putting it into a box. Но мы можем также различать и на неконцептуальном уровне различать что является различать
является ли этот, чем этот объект является и чем он не является, при этом не раскладывая этот объект по каким-то коробочкам. Normally, for our non-conceptual cognition, we can distinguish light from dark, for example, without really knowing what light and dark is. But a Buddha is different. Например, мы можем отличать свет от тьмы, при этом не зная, что такое свет и тьма. Но ум Будды работает иначе. A Buddha can distinguish light from dark and has discriminating awareness, understands what it is, without putting it into the box of a category. Он способен отличать свет от тьмы с помощью распознающего осознавания, с помощью using his discriminative awareness or using his distinguishing. The distinguishing distinguishes it light from dark, and the discriminating awareness adds certainty with understanding of what it is. То есть Будда с помощью различения отличает свет от тьмы, а с помощью распознающего осознавания он уверен в том, что это именно так. И при этом он делает это без категорий. Distinguishing awareness doesn't, I mean, I'm not being totally accurate here, I'm sorry. Distinguishing awareness by itself doesn't necessarily understand what something is. It's just definite that it's light and not dark, it's this and not that. То есть распознающее осознавание само по себе, оно не различает, оно только добавляет уверенности к тому, что мы правильно... что мы правильно до этого различили, что это свет, а не тьма. We'd have to go to the system of the five types of deep awareness, actually, in terms of the sphere of reality, deep awareness. It's with that that a Buddha would know what it is. И эта тема рассматривается, когда говорят о пяти типах глубокого осознавания. Там есть такое осознавание сферы реальности, и именно с помощью этого осознавания Будда способен понимать, что это за явление. Когда в буддизме говорится о различных мирах, в которых мы можем переродиться, об адах, о мире пред или голодных духов, если мы применим к этому понимание пустотности, то как нам следует понимать эти миры, если мы говорим о том, что не существует этих миров как чего-то независимого от каких-то от других причин и условий, и можем ли мы сказать, что этих миров вообще нет вместе с теми существами, которые туда попадают, что их там мучают за то, что они в прошлом грешили или совершали разрушительные поступки, правильно? When in Buddhism we are speaking about different realms, for instance, like hell realms or preta realms, and how could we apply our understanding of voidness to, in order to understand these realms correctly? Does it mean that there is no these realms where we have beings that bear different kinds of sufferings because they were sinners in the past or because they performed destructive actions in the past? Does it mean that these realms existing don't exist independently on some other cause and conditions, or that they doesn't exist? They don't exist at all. So how could you apply it? Well, none of the realms exist independently. Everything exists arising independently on causes, conditions, labels, etc. In general. Итак, если в целом, то ни один из миров не существует независимо от всего остального, независимо от причин, от условий, от умственного обозначения. When we talk about these different realms, what we're talking about are beings who are experiencing this, so the mental activity that's experiencing this, and the environment within which it is occurring. Когда мы говорим об этих мирах, мы имеем в виду существ,
то есть поток ума, который испытывает эти страдания, и мы говорим о окружении, где это происходит. And they're related. И это взаимосвязано. On a very subtle causal level, they're related. It's not irrelevant that a certain type of being is in a certain type of experience is in a certain type of environment. На тонком уровне это взаимосвязано. Нельзя сказать, что это независимые друг от друга явления, что то или иное существо оказывается в том или ином окружении. We had the mental factor of feeling a level of happiness or unhappiness. У нас есть умственный фактор чувства счастья или несчастья. And we have in terms of objects that can be that we can know. We didn't discuss this, but one will be a physical sensation. That physical sensation could be pain or pleasure. There's a mental factor, happy, unhappy. There's a physical factor, pain or pleasure. Итак, есть умственный фактор счастья и несчастья, и физический фактор боль или удовольствие. So, we have a certain, if you want to use the image, hardware, like a computer. Мы можем это сравнить с жестким диском, с железом нашего компьютера. And the spectrum of pain, pleasure, the spectrum of unhappy, happy, these are huge spectrums. И вот этот спектр счастья, несчастья, боль, удовольствие, это на самом деле очень большой, широкий спектр. And with the hardware of a human body, we can only perceive a certain part of that spectrum, say in the middle. И с нашим телом человеческим мы можем переживать только какую-то ограниченную часть этого спектра. К примеру, давайте говорить о середине этого спектра. But if we look at animals, some animals are able to experience slightly different parts of these spectrums because they have a different type of hardware, a physical body. Если мы посмотрим на животных, они переживают несколько другой диапазон этого спектра, поскольку у них другое тело, другое железо. So, we talk about these other realms, the hells and etc., or the god realms. It's not inconceivable that there could be a hardware, a physical basis, that would be a basis that was capable of experiencing different, you know, more extreme parts of the spectrum. Of more pain and more unhappiness, for example, than what we have, because we just fall unconscious at a certain point. И если мы посмотрим на то, что переживают существа в адах или, например, в мире богов, то нет ничего удивительного, что у них эти спектры другие, потому что мы не можем переживать тот спектр, который есть у них. Right? With our hardware, at a certain level of pain, you fall unconscious. Поскольку, если, например, мы с нашим телом, с нашим железом испытаем определенный уровень боли, то мы просто потеряем сознание. But with another type of hardware, you wouldn't fall unconscious. You would be able to experience much, much more horrible pain, extreme pain. That's reasonable. There's no reason why that couldn't be. С другим, так сказать, железом мы не потеряем сознание, у нас будет просто другой болевой порог, поскольку у нас другое тело, и, в принципе, это разумно, почему этого не может быть. And the mental activity that is experiencing this could also produce, in association with the pain and the unhappiness, certain, what should we say, images of an environment. И поток ума может производить определенные образы, связанные с этими чувствами, например, сильным несчастьем, какие-то образы окружающей среды. It would experience an environment that is bringing this pain and unhappiness. И переживать эту окружающую среду так, что она будет приносить им всю эту боль и несчастье. So, the question is, do these things only exist as holograms in the minds of these beings, or are there actual places? Мы можем задаться вопросом, действительно ли эти места существуют как реальные места, или это просто умственные голограммы в умах этих существ? And Buddhism would say, yes, there are actual places, but with the hardware that we have as a human, we're not able to perceive them. Just as with the hardware of a human that we have, we're not able to perceive that amount of pain. И буддизм отвечает, да, такие места действительно есть, просто с тем
типом тела, с тем железом, которое у нас есть, как у людей, мы не способны туда попасть, мы не способны воспринимать эту боль. That would be the Buddhist explanation. Таково буддийское объяснение. Similarly, you know, God realms with extreme pleasure. То же самое. And happiness. То же самое и миры богов с исключительным счастьем и удовольствиями. Okay. Last question. Последний вопрос. Словами меняется только обертка, то есть внешнее восприятие, а проблема остается внутри, и проблема заключается в том, что есть определенные омрачения или категории, которые, в силу которых мы воспринимаем реальность и воспринимаем те проблемы, которые есть. Можно ли сказать, что меняется только меняется обертка или обертка остается той же самой? Нет, ну меняется внешнее, то есть внешняя обертка, лифань. Можно ли сказать, что внешняя обертка меняется в зависимости от того, какие категории или какие тревожащие эмоции у нас есть, и в зависимости от этого мы испытываем то или иной, тот или иной мир, правильно? Да, да. Is it possible to say that the environment is changing depending on which categories and which disturbing emotions we have. So everything depends on our mind, on our conceptions, and on our disturbing emotions. I wouldn't say directly. Я бы не сказал однозначно, да. If we have disturbing emotions and confusion about cause and effect, если у нас есть беспокоящие эмоции и неведение в отношении причины и следствия, then we feel that we can pollute and use up resources and so on, and it'll have no effect, no damaging effect. Мы можем думать, что мы можем загрязнять окружающую среду, и это не будет иметь никаких последствий. And that will indirectly affect what the environment will become. И это это опосредованно будет влиять на то, что произойдет с этой окружающей средой. Categories with which we think, concepts, will affect how we consider our environment. Категории, концепции, которые у нас есть, посредством которых мы мыслим, будут влиять на то, как мы воспринимаем наш окружающий мир. So, today it's quite hot. Например, it's hot, sun is out. Например, сегодня довольно жарко, светит солнце. And one person could perceive this through the category of a comfortable, nice environment, and someone could perceive it through the category of just unbearably hot, uncomfortable. So the way that we experience it will be quite different depending on what category we perceive it through. И один человек будет воспринимать это через категорию очень приятной, хорошей погоды, а другой человек будет воспринимать это через категорию жары, которую он с трудом переносит. Таким образом, наши ощущения будут зависеть от того, через какую категорию мы это воспринимаем. So, like that. Примерно так. So, let's end with a dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Давайте посвятим положительную силу. Мы думаем, пусть та положительная сила и понимание, которые у нас появились, пусть они становятся глубже и глубже, и пусть они выступают в качестве причин достижения нами просветления ради всеобщего блага. Спасибо.